Между нами тает лед, нас сегодня никто не найдет. Еще один такой же самый день, а потом будут какие-нибудь другие дни. Я себе размораживаю лед. В прошлом видео я замораживала, а в этом видео я размораживаю. То есть не все одинаково, не все каждый день то же самое. Тогда я замораживала, чтобы потом разморозить. Теперь я его разморожу и попью этого бульончика. Еще у меня есть 2 яйца. И потом я пойду на ту же самую работу. Но сегодня я вообще не понимаю, зачем я туда должна была идти. Потому что я так поняла, что сегодня половина буквально компании будет на выходных. Поэтому, ну, с другой стороны, другая же половина нуждается во мне. Так что пьем бульон, едим 2 яйца и идем на работу. Это мое идеальное яйцо. Я знаю, как его варить. На моей плите примерно так. Ставишь холодную воду и 2 яйца в ковшике. Включаешь на 9 и ставишь ровно на 12 минут. Вот что получается. Мне надо, чтобы белок прям был хорошо сварен, а желток только немного схватился. Идеальное яйцо. Короче, предвидя сегодняшний день, я в сумку кинула пилочку и лак для ногтей. Закончилось. Наконец-то закончилась эта неделя, вторая неделя. Знаете, мне часто после миссий таких длительных депрессняк меня накрываешь, типа, вот, закончилось, что дальше? Но так как я знаю, что у меня в ноябре столько всего запланировано, более веселых мероприятий, мне кажется, это единственное место, за которым я скучать не буду. Хотя, кто его знает, вроде как к людям уже привязалась так. Но они сказали, если что, мы вам еще позвоним. Кто сказал? Шарлистаун. Сказали. А сейчас я еду домой, потому что у меня завтра выходной. У всех завтра выходной. Завтра во Франции что 1 ноября празднуется? Не празднуется, а как это называется? Это День мертвых. Воспоминания об ушедших. Вот типа того. И... А я завтра выходная, а послезавтра уже нет. Поэтому наслаждаюсь завтрашним днем. Вот и жди. Вон кот там в углу стоит, ждет. Вот, 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 в углу. И ты жди. Что это за баба-яга тут у меня? Или дед Йог? Дед Яга. Вот. Красавчик. Где ты? Ой, что это у тебя такое? О, это что? Кто это тебе сделал, паука? Моя ж ты ведьмочка страшная. Ты кто тебе такую маску нарисовал красивую, а, доченька? Ты где была? Ого, какая монстрющая баба-ёська. Леночка сегодня была на, не знаю, как это, утренник или как это назвать. В общем, 30 евро платишь и отдаешь туда ребенка, их там красят и что-то кушали еще они там, да? Праздник был, да? Было страшно? Таюпэх? Нет. Нет? Ну и молодец. Иди, иди. Иди, иди куда? А ты еще что-то там ателье было? Давай вот тут я, можно сяду? Тут у меня просто, я еще это не разулась даже, давай. Ногу на ногу закинув. Жду сюрприза я сейчас. А. Конфетки были, понятно. А ты-то что нарядный такой ходишь? Бабай. Это ты бабай, блин. Ой, блин, у меня 3 детей. Не 2, товарищи, а 3. Давай, объясняй. Ну, показывай, что сделала ты в этом ателье. Ой, какой красивый к тому же рисунок. Это вы сначала разукрашивали, да? Разукрашивали, да, не рисунок, а разукрашивали. Он тоже слушает. Ну-а. Дальше. Тарелку вы взяли. И нарисовали на тарелке. И что получилось? Ёшкин кот, ты ж меня предупредила, хоть бы я испугалась, дочь. Сам ты бабай. У нас ага. У нас ага.
И у нас и дедеса, отсюда десни. Можно померить? Бери маме десником сами. Ну, у меня просто мама. Ленечка, а можно померить? Можно маме померить? Померить. Померить это, одеть. Можно? Одеть. Да, мама. Можно? Ну, пожалуйста. Здравствуйте, это дневник Мила Фрейнова. И я Мила Фрейнова! Так в офис надо ходить. Здравствуйте, дорогие. Я люблю. Все Баба Яны. Ну, это сам. Слава богу, эта миссия закончилась, и я стала на одну миссию старше и на 1 килограмм больше. Ну, что, я сидела постоянно. Я даже на этом стуле, когда передвигалась куда-то там в другое место, чтобы взять какую-то бумажку, то я на стуле такая ездила на этом стуле. Так что, слава богу, закончилась, потому что мне нужны реально физические нагрузки. А сейчас, знаете, что делаю? Размораживаю еще 1 кубик бульончиков, потому что почему-то, когда мне неуютно по какой-то причине, мне становится холодно. И мне сейчас холодно, значит, мне неуютно. Значит, надо выпить бульончика, и мне станет сразу хорошо. Но из хорошего. Я всегда нахожу в чем-то, во всем этом что-то хорошее и положительное. Я приобрела 2 суперконтакта. Первое. Приходил человек из фирмы Canon ремонтировать их принтер. И мы с ним разговаривали, я ему показала проблему с моей камерой, что она постоянно выключается. И, в общем, он мне сказал, тебе нужна либо новая материнская плата в эту камеру, либо новая камера. И когда я сказала, что я хочу, у меня сейчас Canon G7X Mark II, он сказал, у меня такая есть, там на 30 евро, на 30% дешевле. Мы посмотрели, оказалось, что у него даже есть Mark III, а Mark III намного круче эта камера, потому что это ту, которую я хочу, потому что у нее даже есть вход для микрофона. У этой камеры этого нет. И более того, есть сразу выход в YouTube с той камеры. Прям вот камера, да, и выходишь в YouTube. И, в общем, она у него за 500 чем-то евро, потому что у них там скидки какие-то для работников Canon, против 800 с чем-то, которые на сайте сейчас. Это первый контакт, который я приобрела, я сразу отправила его Жужуке. И второй, там был чувак, которого я прицепилась по поводу лестницы, его большой, и, может быть, он приедет и срубит, наконец, эту ветку, за которую все хотят с меня содрать колоссальную сумму денег. Посмотрим, сколько захочет он, но я считаю, что это полезный и нужный контакт. Обалдеть, только домой зашли, они ездили в магазин, смотрите, сейчас вам покажу. Ну, выйти мы теперь уже не сможем, смотри, сейчас творится ливень. Здесь, блин, если идет дождь, то идет. Опа. Красота. Что, там дождь, да? Ты ж теперь назад не вернешься под таким дождем. Жижика пошел за дровами. Где он там? Ужас! Ты очень страшный снизу, Джеймс. Джеймс? Ой, ты страшный снизу, страшный. Страшный. Ник. Но он и не шафарится вообще. Костерчик. Сейчас у нас будет костерчик. Сейчас ты будешь через раз. Видите, брюле. Ой. Я suis là tout à côté sans te brûler. Ah oui, tu veux faire le feu, Chine, ok. Bravo, ma fille. Il faut qu'il touche. Vas-y, avance, faut que ça touche. Ça touche. Je vais te donner une petite astuce. Ça aurait été mieux de les mettre au milieu. Parce que comme ça, ça aurait brûlé les bûches par le milieu. Fais bisous doucement. Tu comprends? Doucement. Fais bisous. Doucement. Non, non, coin, au cas où, à côté, très loin. Non, on peut pas. Fais bisous doucement. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.